Нагадую, що це ранок сніданок ефірі телеканалу СК1. Друзі, говоримо про домашнє господарство, а саме тема сьогоднішнього нашого ефіру є «Готуємось до зими». Осінь. Як це ж правильно приготуватися до зими, що треба робити, будемо сьогодні вирішувати. У нас в студії вже є наш, не можу назвати його гостем, тому що це співведучий, Гуру Олег. Вітаємо його. Привіт. Так, готуємось до зими, домашнє господарство, така тема. Звісно, треба готуватися ко всьому, не тільки к зимі. То есть, если мы возвращаемся к нашей классной теме про домашнее хозяйство, то домашнее хозяйство – это такое понятие, как космос. То есть, любую тему сегодня развивая, это будет про домашнее хозяйство. Поэтому готовиться надо ко всему. И я на сегодня убедился в одном, что для нашей территории, для нашей любимой страны Украины, мы можем планировать на 12 недель. То есть, значит, что нам? Не меньше? Не больше. Значит, это очень важный психологический момент. Дело в том, что за год настолько сильно сейчас меняется у нас жизнь, меняется все, там, курс доллара меняется, экономика меняется, политическая ситуация меняется. И чтобы не было разочарований, подготовка к чему бы то ни было, зима, школа, Новый год, другие праздники или семейные события, я предлагаю использовать систему 12 недель. И вот на нашей страничке Brain Fitness вы можете скачать себе прекрасное пособие, как планировать 12 недель. 12 тижнев, это выходит сезон? Квартал, да. Поэтому не зря природа придумала квартал, не зря на него делятся. И психологи сегодня убедили, что, например, год – это очень много, и зачастую год – это период разочарования. Ага. Человек, например, все, с 1 января я, и дальше идет 1001 вариант, что я с 1 января. Значит, 31 декабря обычно легкое подведение итогов показывает, что не произошло то, что планировалось 1 января, если человек вспомнит об этом. Это очень важный пункт. Поэтому... До 1 января произойдет. И что мы делаем? Значит, полгода тоже длинный срок. Это 2 квартала. Считается он тоже неэффективным, потому что полгода захватывают в себя 2 разных сезона. И там, где вступает у нас лето, то лето обычно оно вносит такую коррективу в жизнь. Оно по факту является, у нас уже подсознательно, лето – это отдых. Даже если мы ходим на работу, лето – это психологический отдых, это разгрузка, это природа, это огороды, это все что угодно, кроме как работа. Поэтому на сегодня психологи сделали такой вывод, что 12 недель – это идеальный период для планирования. То есть, ну, давайте мы не будем путать видение и планирование. То есть, видеть вы себя можете другим человеком и через год. Но планировать конкретные действия рекомендуется на 12 недель. Поэтому мы берем, скачиваем с нашей странички это пособие и готовимся к зиме. Там все расписано, что надо делать шаг за шагом. Каждую неделю мы ставим не больше 3-4 себе задач на неделю. Эти задачи связаны с конечным результатом через 12 недель. И потом мы подводим итоги каждую неделю. Значит, я предлагаю первый день недели сделать воскресенье. Чего? Вот так психологически легче. Дело в том, что у нас подсознательно, если мы делаем первый рабочий день понедельником, он всегда тяжелый. А если сделать первым начальным, кстати, во всех календарях, во всех устройствах, во всех компьютерах есть опция выбора начала дня недели. И если вы нажмете, там есть опция воскресенье, есть выбор, либо понедельник, либо воскресенье. Вот так уже придумал. Пішли ми якоюсь американською системою, тому що в них день тижня починається з неділі. Сандей, якщо так, ну... Отсчет идет по воскресеньям номеров недель, поэтому вы не расстраивайтесь. В воскресенье вечером лучше подготовиться к следующей рабочей неделе. Если учесть, что у нас в рабочей неделе всего лишь 5 активных дней, ну, это с учетом того, что пятница активный день, хотя у нас не сильно активный день, поэтому, значит, у нас получается 4 полных дня и пятница. Вот так вот берем. Поэтому, кстати, надо успеть сделать свой план из 3 действий за 4 дня и половинку. Психологически это всегда тяжело. Поэтому... Пятницу уже никто не рахует. Просто... Ну и там десь щось на пятницу залишит. Ну, смотрите, в пятницу... Але особо пятницу не напрягайтесь. Ну, возьми любую задачу. Что надо в пятницу? Позвони кому-то. Ой, сегодня пятница, давай с понедельника. Ну так. Все, это стандартный ответ. Еще ни разу в пятницу мне никто ничего не ответил. В любое госучреждение приходишь, о, сегодня пятница, все. Пятница, это все. Это у нас... Сегодня короткий... Да, стоп. Что вам там...
Поэтому... Штамп поставить? Друзья, вибачайте, но сегодня пятница. Ну. Поэтому подготовка к зиме, это всего лишь сколько это у нас? Если в каждой неделе 4 рабочих дня полноценных и половинка, то подготовка к зиме это не так далеко. Поэтому готовиться надо уже сегодня, расписывать свой план действий. Значит, у нас холодно, электричество подорожало, с газом все нормально вроде, его полно. Бери, не хочу, плати, только успевай. Поэтому подготовка – это очень важный пункт. И мы не только закатки, мы готовимся к энергоносителям, мы планируем семейный бюджет, мы планируем свою активность на зиму. Зимой обмен веществ у человека падает, все набирают массу, поэтому, в принципе, надо бы еще задуматься о зимнем рационе. Это тоже немаловажно. Обов'язково зробимо таку тему – зимовий раціон. Якщо зараз мене чують наші редактори, то ми б хотіли щось таке зробити. Взагалі вона вже показує. Те, що ми все розказуємо, розказуємо, нічого не показуємо. Хоча б закатки ми зробили, принесли б сюди банку, катали б, сиділи. Так я думав, що ти принесеш з собою якісь, знаєш, як поле чудес. І так, у мене є подарунки для ранку сніданку. Оп, огірочки, помідорчики. Тут просто салат. Такая 5-литровая бодяга. Это если будет политическое шоу, вдруг кто-то будет, то можно дарить будет политикам, например, рацион обычного украинца на зиму. Такой раз тут картошка, капуста и в лучшем случае хлеб. Подумаем про это. Такие вот пункты. Поэтому подготовка к зиме. Подготовка идет в голове. Сначала мы готовимся в голове, потом мы действуем. Значит, подготовились в голове, планируем. Планируем не дольше, чем на 12 недель. Вот послушайте, не дольше, чем на 12 недель. 12 недель не даст возможность разочароваться. Если сделать план на год и он не реализуется, это будет разочарование. Что можно сказать? 12 недель – крайний срок планирования. Спланировали, сделали, все хорошо. Значит, не надо себя загонять в угол. Надо сделать простой, обычный план из 3 пунктов. 3 пункта. Хорошо, можно 2 для тех, у кого. Для кому тяжело вообще, для студента вообще 1 пункт, например. Прокинутись. Просто. Або просто для студента ходи на пари и все. І він як зомбі. Да, на пари треба ходити. Один пункт. Ну, что-то одно важное, то, что вас приближает к цели, надо делать каждый день. Каждый день одно важное действие, которое должно дать результат через 12 недель. Можно сделать себе такое напоминание, либо татуировку. То есть я делаю каждый день действие, которое меня приведет к следующие 12 недель к результату. Вот такая должна быть подготовка к зиме. Ну, с татуировкой это сильно. Не, ну я условно татуировку можно нанести перманентным маркером. Как раз через 12 недель он смоется. О, слушайте, классная техника получилась. Серьезно. Через 12 тижнів смывается перманентный маркер, тому купуйте, записывайте себе, что вы там плануете забыть, и, возможно, вам это не даст ваши цели. Да. Что, Brain Fitness? Да, Brain Fitness. Прямо зараз хочешь уже? Ну, я думаю, что еще можно поговорить про... Про зиму. Ну, еще про рацион зимы. Еще хочется від Олега почути. Хотя я вообще не согласен. О чем мы говорим о зиме 9 сентября? В принципе, так. Чтобы был час готовиться до неї. А, вот с такой точки зрения. Да. Но мы же еще не забываем, что мы живем здесь и сейчас. То есть действия мы должны делать, находясь в ментальном состоянии здесь и сейчас. То есть мы не встаем каждый день и ждем зимы. Нет, это неправильная техника. Мы встаем каждый день, делаем то действие, которое нас приведет к результату. Но у нас есть план. Но план мы надо проживать здесь и сейчас. То есть мы сегодня должны сделать конкретные действия. Сегодня сделал, завтра получилось. Сегодня не сделал, все, труба всему плану. Ну, это еще раз, я так отвлеченно рассказал про подготовку. Это к любому вопросу. Это мы зараз просто про план весь цей. Любой план. Кто бы вам что ни говорил, значит, вам, смотрите, кто рассказывает вам, что как будет хорошо, когда-нибудь и кто-нибудь рассказывает. То есть, конкретно на 12 недель покажи, что ты сделаешь. Не, серьезно, даже прикольная это тема. Простая техника. 12 тижнями. И, кстати, она пришла к нам с Англии. Кого интересует, откуда это взялось? Пришла она к нам с Англии, с английского парламента. Планирование в парламенте на 12 недель. То есть там они в своем парламенте роблять ось так? Конкретный план действий на 12 недель. За 12 недель будет сделано то-то, то-то, то-то. Потом у них стоит галочка, либо сделал, либо не сделал. Сделал, все, тебя не сделал, аннулировали. Сделал, молодец. Прикольно. Зараз хочеться звернутися до наших депутатів. Друзі, ну, така штука. Тобто, дружиш з ними? Трішечки. Зовсім стільки, нікому не кажи.
Вот такая вот... Качайте нашу книжку. Такая штука, качайте нашу книжку. 12 тижнів, що зробите, що зроблено. Давайте якось назвемо її. Що зроблено, то зроблено. Можливо, якось так. Ось. Добре, Андрій там вже хотів дуже-дуже анонсувати Brain Fitness, тому надаю тобі таке право, будь ласка. Brain Fitness. Значит, сегодня у нас сложный брейн-фитнес, сегодня очень сложный брейн-фитнес. Значит, у нас в связи с тем, что у нас два сердца, ну, не в буквальном смысле. У кого? Олег, я же не знаю вас. Стоп. Ты вчера до нас не пришел, сегодня он заявляет, что у нас два сердца. Стоит человеку сказать, что два сердца, уже от него отворачивается. Вот вам яркий пример. Ну, как так можно? Значит, у нас есть еще такое нижнее сердце, голень называется. Вот это голеностопная мышца, которая поднимает нашу отработанную кровь венозную обратно, возвращает сердцу. И многие люди недооценивают ее влияние на организм человека. Поэтому, в принципе, подниматься на носочки, когда вы сидите и работаете, это не такое упражнение, которое позволяет вам, как минимум, помочь своему основному сердцу работать. Вот так вот на носочках приподниматься, даже если вы работаете в офисе, вы водитель, то есть у вас сидячая работа, вы связаны, то есть не мешало бы хотя бы раз в 15 минут вспоминать о том, что у вас есть голеностоп, и о том, что голеностоп для того, чтобы он не болел, надо его как-то разминать. В принципе, мы сегодня возьмем нижний такой brain fitness, он будет у нас нижний-верхний такой. Как брейданс, чуть не ляпнул. Поэтому вот вы так приподнимаетесь на носочках, и, в принципе, brain fitness должен звучать так. Вы с одной ногой делаете с пяточки на носочку. Вот такое упражнение. Я не бачу. Ну, вот просто поднимаете ногу. Поднимаете ногу для того, чтобы сокращалась мышца голени. Значит, и при этом мы выполняем восточное упражнение. Восточное. Угу. Вот такое вот. И при этом мы должны это делать, поднимать ногу на носочки. Например, три раза подняли одной ногой, потом три раза другой ногой. Потом поменяли ножки, и вот так вот, раз, два, три, и вторая ножка, раз, два, три. И при этом вы делаете так, как получается. Ну, тут не в прямом порядке, то есть, ну, вот так, и мы перебираем. Ага. Понял, закончить мы должны в другом. То есть, если большой пальчик указательный, то здесь большой мизинчик. И мы перебираем. Вот так вот. Мы должны закончить в полную противоположность. И попробуйте вот такое упражнение сделать. Но при этом надо хорошо-хорошо сокращать голень. Вот увидите, как сразу облегчение такое пойдет в организме. И будет даже легче дышать станет. Потому что вы помогаете крови подняться. Вы увеличиваете обмен веществ. И при этом вы еще концентрируете мозг. Вот такое 1-2 минуты такого перерыва в сутки позволяет поднять эффективность. Мы делаем brain fitness, кто-то ногу на ногу забрасывает. Что тут сказать? Не знаю чего, не знаю, как эта голень, она что-то там делает, но просто вот так вот я могу сделать. Но когда голень добавляю, то что-то... Ну, поэтому это и brain fitness. То, что вам легко, уже делать не надо. Делайте то, что сложно. И, в принципе, задача всего brain fitness – это запустить какие-то новые нейронные связи в голове. Поэтому вот такая вот, вот такой вот перерыв в любое время дня позволяет, этот перерыв позволяет вам задействовать нижнюю часть, задействовать ваше второе сердце и быть всегда здоровыми, красивыми, умными и продуктивными. Якось хотілося б просто-напросто застати Олега за всіма його цими брейн-фітнесами, чи він сам зробить це все? Я це роблю по утрам 7.45 на каналі. Так, друзі, якщо ви не в 7.45, якщо бути чесним, десь без двох, без трьох, ось. Точно, ну я... Ось, якщо ви знаєте, тому Brain Fitness вам допоможе. Зараз ми сьогодні ми робимо, як воно називається? Восточне. Восточний Brain Fitness, і не забувайте голінню так от дригати, тому що... Дригайте голінню. Тому що, ну, задіюються всі нейрони, у вас створюється дуже багато нейронних зв'язків, і це прикольно. Добре.